Ай, блин, так, не успел, что-то происходит. Короче, здрасте, да, снова Bad Daily. Мы в аэропорту. Есть шанс свалить нахрен. Не знаю, получится или нет. Там военный вид, фига себе, там военный крутится тоже. А вы, типа, меня ловите или что? Да, меня ловят, понятно. Да ты, хватит брать. Нифига, он все хп ему снял. Да хорош, конечно. Убиваю охрану, и типа это хорошо, да? Прикольно. Они же не гангстеры какие-нибудь. Ну ладно. Так даже удобнее получается. Так, а куда идти-то, интересно? Да я знаю, куда я иду. Что написано? Unified Airlines. UA. Может сюда? Да, сюда, смотрите. Там что-то был багаж нарисован. И написано то, что это багаж. Так, вы что, все нормально, надеюсь? Ну тогда. А вот он не очень. Ай, блин, собака. Да, ё-моё. Давай-давай, гаси. Во, вот это красавчик. А теперь они сагрились, ну прикольно. Так. Ай, блин, да какого чёрта? Что, мне сейчас ударят? Нет, не ударят. Ранит какой-то. Чё? Кого? Так, сейчас, наверное, опять током, да, шибанет? Как-то можно это отключить? Я вырубил, интересно? Подожди, как-то вырубается. Аларм. Что-то еще прессует? Кого черт здесь происходит? Подожди, а чем прикол? Почему он вырубается? А, оно со временем вырубается, понял. Нет! Так я вроде не попал под этот. А, смотри, геймовер, серьезно, нифига себе. Так, быстрее, быстрее, отлично. Блин, тут куча охраны, ё-моё. Это бучка веселая играет, откуда она вообще, интересно? Какой-то платформ начинается, знаете, тут всякие препятствия такие. Так, окей. Куда ты, мужик? Ой, блин. Здорово. Не с места. Да что с вами такое? Подними руки вверх. И танцуй, танцуй. Завали хлебом. Мы просто пытаемся сесть на самолет. Не дура, ты не густо де вовар. Заткнись, обыскатель. Ничего, ничего, ничего. А это что? Я так возбужден! Выворачивай карманы немедленно! Слушай внимательно, подонок. Положи маникюрные ножницы на землю и медленно отойди назад. Это просто ножницы. Видишь? Не делай этого. Просто положи ножницы на землю, и никто не пострадает. Пострадает? О чем ты говоришь? Ты что, тупой? Это просто ножницы. Смотри. Нет! Что происходит? What the fuck? Черт! Кто бы мог подумать? А подожди, это оружие теперь? Что за хрень? Ну-ка еще раз. А. Окей. Какая-то улетает вообще. Ни хрена себе, надолго заряжается. Ну ладно. Окей. Какая-то странная хрень. Так, ладно, продолжаем наше движение аккуратно. Оно вроде не особо такие опасные. Так, подбегу. А, успел, отлично. Так, ну что, выходим, получается, с этого? С багажного отделения или что, как он там называется там. Так, да.
Вышли. Но они пока не улетели, даже пока вроде их не собираются. Просто что-то стоят там, крутятся. Может, загружаются, блин, да ё-моё. Да, блин. Да, ё-моё. Так. Айда. Detention. Что такое detention? А. Это самодельные взрывные устройства. А вы террорист. Не, чувак, это не самодельные взрывные устройства. Я хочу поговорить со своим адвокатом. Леди, теперь все по-другому. Теперь вы подозреваетесь в терроризме. С. А. Ой, что происходит? А, здесь... Можно было потихоньку пройти, да? А не, ну не, на время-то врубилось. Но. Да хорош, блин, заколебали. Противные такие враги. Чё там происходит? И чё? Он её обыскать не может, что ли, не понимаю? Америка with you or against us. Я один. Там все это... А, стой на месте, стой на месте, тварь. Отлично, молодец. Тоже стой на месте. Так, здесь были патроны, возьмем. Там до хрена народу просто тоже. Нифига там кабинок-то, охренеть, смотрите. Вообще жесть. Офигеть, какой-то лабиринт начинается. Lady Liberty loves freedom for us. Я хочу к маме. Приводится в действие бомбы в ваших туфлях. Кого? Я хочу к маме. Ребенка задержали. Интересно, по какой причине? Так. Задрали его уже своими этими шокерами. Да ёптить. Да иди ты лесом, ну руби, где ты вообще ходишь, чувак? Руби их всех. Наповал просто, наполовину их руби. Блин, их тут двое. Короче, я возьму автомат. А его тоже что рубит или что? Это еще одну задержали. С такими игрушками. Так, иди сюда. Журнальчик нашел. Ну хорошо, ладно. Я хочу поговорить со своим адвокатом. Да е-мое. Вот, мясо ему, так, так и надо. Этих засранцев. Какие они вредные, просто ужас. С этими пушками своими. Даже не пушками, а этими шокерами. Дебильно. Что там происходит? Где задержали вообще? Нет, не нажмешь ничего. Да ёпа, красота. Да хорош уже, блинский, блин. Да, блин, короче, беру автомат, не умер. Так. Есть кто? Все, выбежали до конца, да? Да, да неужели, блин, выбрались с этого лабиринта дебильного. Да чё их, ай! Все, свалили. О, их забрать можно, оказывается, да? Прикольно. Да они еще резаются прямо за спиной, ну как это напрягает. Чё-то фуд, чё-то с едой связано. Кафетерия, что ли? Кафетерий. Как там правильно склоняется? Не, это не знаю, что такое, да? Что вы делаете? Ай, ты меня рубишь, что ли? Что они делают? Они готовят животных, что ли? Что это такое? Они плохие, нет? Или что? Мне кажется, они какие-то... А, не, они нормальные, типа, ну ладно. Что здесь происходит, блин?
мышки чудо. Вообще люди, человеческий скелет. И они хорошие, их хвалить не надо, серьезно. Это прикол. Так. Что-то, знаете, какой-то был такой уровень в Postal 2, я помню. Да иди ты лесом, вот правильно руби ее. Чтобы мне ничего не было. Спроси, да мне кажется, они ничего не скажут. Ну да, собственно, такие есть, ничего не говорят. Так, пойдем по этому. Мне кажется, круг сделал, нет? Кстати, реально, может, я круг сделал? Или нет, нет, по-моему, просто похоже место. Или что, я уже забыл скрыть. Не знаю. Биохазер. Я хрен за где я хожу, короче. Надеюсь, что не кругами. Вроде бы не было такого ничего. Или было? Не знаю. Да не, видимо... Нет, просто такое место было. Извилистое. Так. Давайте быстренько пробежим. Да ё-моё. Lost and Found. Короче, бюро находок получается. Ни хрена здесь всего. А ты чего там гоняешь? Абсолютно нет. Тоже этот упал. Они продолжают работать. Здесь упал метеорит. Метеор. Чё на поезде? Блин, тихо. Спокойнее. Да чего вы меня бьёте-то? Чё я вам сделал? Ты летишь в Польшу. Чего? В Польшу? Да ёпта. Я задавил своих же, молодец, чувак. Да заколебали, чё? Ну-ка, они реально плохие или чё? Точнее, наоборот, хорошие. Ну да. Теперь у меня уровень опасности средний. Ну сейчас мы выйдем, восстановимся. Да хватит мне бить. Соберите фляги, что снести уровень угрозы? А, мини-упс отсюда, что ли? Или чё? Какие фляги? Я не понял, чё. Защитите огонь. Короче, не знаю, что там игра начала дурить. Потому что уровень опасности опять низкий стал. Меня загасили, прям вот как вышел сразу, получил похлебало. Кто это был? Взорву тебя нахрен. Да вы задолбали, блин, сейчас все взорву тут здесь. Все топливные эти взорву, ничего, никто ни на чем не полетит. Я не вы, чуваки, никто не полетит. Так, подожди, куда идти-то? А, туда, понял. Да как так-то? Ай, зако. Да блин, повезло тебе, что летел так. Это что такое еще? Maintenance. Разберемся с ними. Не знаю. Техническое что-то, наверное, если там ключ нарисован. Опаньки. Здрасте. О, черт, опять. Куда ты, малыш? Мы еще не обыскали твои отверстия. Времени нет, мамаша. Нужно успеть на самолет. Иди сюда, малыш. Я обыщу тебя. Так, понятно. Короче, это босс-файт, да? Давайте сохранимся тогда. Сейчас. Ливанемся на всякий случай. Мало ли что. Так, учить активный двигатель, чтобы поймать большую мамочку. Ага, просто так ее не загасить, да? Как его включить? А, вот он. Такая музыка еще играет. Давай включайся, как это работает? А, нужно ее позвать, наверное, сюда, да, чтобы она... Да, пришла, короче, приманить ее надо. Да ёпарасто. Иди сюда. Да ёпарасто. Обыскала все-таки. Иди сюда. Да ёпарасто, не надо ничего делать. Иди. Ну, она куда-то улетела. Да хватит, блин. Иди сюда. Иди. Сюда иди, говорят.
Давай. Ну, она что-то ломается, не знаю, но... Мы так иногда много раз взяли. Либо издалека ее взять. Сюда. Иди сюда. Давай. Блин, далеко. Далеко? Давай, ближе подходи. Да е-мое. Все, хорош. Нормально. Да, я полутаюсь. Так, ладно, еду не буду брать. А потом возьму. Еще один готов. Че, прибежали, интересно? Потому что там ряд был. Да нет. А, ну, слушайте, почти. Они нас вообще пустят на самолет-то, интересно? Надеюсь, что да. В чем дело? Войскам приказано эвакуировать все население этого района. Правда? Тогда зачем я пробирался через все это дерьмо? Пожалуйста, садитесь в самолет. Меньше чем через 3 часа на Лос-Анджелес будет сброшена бомба типа антизомби. Так и мы нормально. Проклятым зомби. Народ, залезайте, нас везут бесплатно. Все, тоже такой кратенький уровень был, прикольно. Прикольно, чувак. Передай мне дух. О, чуваки, у меня крышу сорвало. Эй, посмотри-то! Летит прямо над нашим районом. Вот чё, смотри сюда. Ух ты, ты рехнулся. Мать твою, покажем им, отметели мы. Говорит капитан, мы только что столкнулись с небольшой ракетой класса земля-воздух и наш самолет РККС. Прошу вас надеть парашюты и спасать свои жалкие жизни. РККС? Что это РККС? Раздолбан, хренам собачьим! Бери парашют и иди к борт самолета! Марш! Солдат. Вы не заставите меня, я не хочу назад! Не каденься, сынок! Как же управлять этой штукой? Налево, сука! Налево! Направо! Направо! Мать твою! Проклятые мексиканские банды! Я просто пытался выбраться отсюда. Вся поездка испорчена. Придется мочить мексиканцев.